16 и 17 апреля в Сыктывкаре будут проходить дни открытых дверей от московского застройщика компании «Самолет». Представители группы подробно ответят на вопросы о покупке комфортабельной недвижимости в Москве по доступным ценам. Евгения Кладкевич продолжит. Комфортное жилье в Москве с развитой инфраструктурой и, что самое главное, по доступным ценам. Компания «Самолет» реализует сразу 12 проектов. Жилые комплексы с детскими садами и школами доступны впредь и жителям Коми. На рынке недвижимости «Самолет» уже 9 лет. Квартиры с отделкой, в шаговой доступности – метро. Группа компаний «Самолет» строит проекты в московском регионе и Санкт-Петербурге с полностью готовой социальной инфраструктурой. Все наши квартиры идут полностью с отделкой, с доступными ценами от 3,5 миллионов рублей. За более подробной информацией обращайтесь к нам на день открытых дверей, который пройдет 16 и 17 апреля на улице Интернациональной, дом 50. Вас ждут консультации о том, как оформить сделку, не выезжая из Сыктывкара, воспользоваться ипотекой с господдержкой и маткапиталом. Ну и, конечно, актуальная информация по ценам и скидкам.